меня это не устраивает, мягко я скажу. Ясно. Значит, сегодня же навести здесь порядок. И заодно вот снимите квартиру посуточно. Вы обращали внимание, как здесь убирается? Как часто убирают здесь тротуар? Ну как, ну периодически вроде бы так-то стабильно убираются. 22 числа было обращение на портал. Я первый раз. Не вывозят снег с остановочного пункта. Я вижу первый раз. Хожу каждый день. Так, то есть сегодня только убрали? Да, вот я сама иду и удивляюсь, что... Ага, еще вы вот знаете... Видимо, узнали, что я сюда приеду, и поэтому... А, не, это я не знаю, что вы приедете или нет. По данному объекту... Надеюсь, что это связано с тем, что этим объектом просто не заниматься. Но, тем не менее, вон сколько здесь людей живет, поэтому я прошу и требую в кратчайшие сроки сегодня определиться, кто здесь будет заниматься этой работой и навести порядок. Здесь вообще как это? Как здесь можно ходить? Это вообще не проезжая и не проходная часть сейчас. Значит, уважаемые коллеги, руководители районов, идите сюда. Если подрядная организация отчиталась, что работа выполнена, как вот здесь, на улице Чернышевского, то тогда подрядная организация будет наказана. Те люди, которые принимали эти объемы работ, будут наказаны либо уволены, потому что это будет означать, что были сделаны приписки.